Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о возможностях программы CCleaner. Открываем ее. Значит, для чего нужна эта программа? Я ей пользуюсь в тех случаях, когда, допустим, я удаляю программу, и мне нужно очистить компьютер от следов в реестре, от этой программы. Потому что, скажем, если второй раз эту же программу установить, то она может криво встать или даже не установиться. Итак, как в ней работаем? Вот здесь слева представлены разные кнопочки, да? Я не буду сейчас обо всех функциях говорить программы. Вот, но меня интересует в частности чистка регистра. Нажимаем на регистр, квадратики. Далее нажимаю кнопочку «Скан», «Сканировать». Идет сканирование. И вот посмотрите, вот у меня такие эти самые следы, ключи от регистра остались в программе. После чего я даже не знаю, они остались. Собственно говоря, я чищу вот так компьютер каждый вечер. Каждый день после работы поработала, включаю чистку и очистила. Совершенно не обязательно это связывать с удалением программы, хотя это там необходимо. А вот здесь я так поступаю. Итак, нажимаем справа «Selected». Вы хотите сохранить? Нет. И нажимаем кнопочку «Fix all selected». Нажимаем и закрываем. Ну и на всякий случай я это прогоняю раза два или три, чтобы убедиться в том, что все чисто. Вот теперь написано «No». SSSV found. Не найдено ничего, все в порядке. Далее, что еще можно как кэш почистить? Вот есть метелочка. Нажимаем на метелочку. Анализ. Ну вот у меня открыт Chrome, поэтому нас спрашивают, хотите закрыть? Я нет, не хочу закрыть. Если вы хотите, можете закрыть. Далее спрашивает, тут еще что-то сохранить? Нет. И вот такая у меня вот тут грязь. Значит, я нажимаю опять Run Clear справа. Сохранить, удалить с компьютера. Да, Continue, продолжить. И далее повторение. Она просит у меня, значит, закрыть Chrome. Я не закрываю. И просит еще закрыть иногда одну программку, один браузер. Ну вот, вот еще закрыть. Microsoft OneDrive. Я тоже не закрываю. Видите, ничего пока не изменилось. Дальше нажимаю. Опять Continue. Нет. Нет. Видите, уже стало меньше. Вот у меня, собственно, осталось то, что я сказала нет. Вот не закрывать эти вещи. Но лишнего мусора нет. Мы можем еще проверить. Так несколько раз. Если хотите, вы можете это закрыть. Тогда у вас будет вообще чистенько, тут ничего не будет. Я просто не очень уверена, что это нужно закрывать, поэтому не закрываю. Но сохранить так нет. И ведь у меня остается то же самое, то есть то, что я сказала не закрывать. Вот и все. Собственно, по этой программе. Далее, что здесь еще можно посмотреть? Я, собственно, другими кнопочками не пользуюсь. Нет, не пользуюсь ничем. Ну, вот эта кнопка удаления программ, но я удаляю их через ее не стал. Вот и все. Спасибо за внимание. С вами была Марина Петрова.